Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, вы на канале Валерий Хаус, и у нас очередная индюшатина под названием Mind's Eyes, или как-то так, наверное, называется, на это хоррор, короче, опять, будем сраться бояться, давай уже посмотрим, пресс, что мне пресс, какую кнопку мне нажать, какую, мать его, кнопку нажать, один, а, нихера себе, один, один надо было нажать. Чё тут Game Developed? Wake up! Чё за... Wake up! Чё за инвалид? Please, wake up! Что, блин? За инвалиды тут. Окей, ладно. Мы проснулись, короче, в хате. Мы дома проснулись у себя, походу. Давай. Радио там что-то работает, короче. Видать, чувак у нас засыпал ночью с музычкой, да? Вот. Давай, ты уже... Чё такой долгий-то? Мало того, что загрузок целую кучу ждал. Воу! Нехило. Нехило. Аллилуйя, все, аллилуйя, я могу управлять. Могу управлять этим чуваком, так. Фонарика нет, но это, конечно, понятно, что... Стопэ, блин. Чё за нахер? Джаз. Ба-ба-бу-ба-бу-ба-бу-бу-бэй. Так, окей. Ничего у нас не делается. Е. Е нажать на Е и, короче, открыть дверь. Так, ладно, давай мы сейчас... Ручку повернуть можно? Ручка, ты как вообще какой-то молоток воткнули просто в этот щиток. А, я дверь жопой закрыл, короче, ладно. Понятно, свет, короче, врубили. Бегать мы можем. Это хорошо, хоть бегать мы можем. Я не помню, что это было здесь. Я так правильно перевел, да? Типа того. Окей. О, смотри, там что-то лежит, короче, мы садимся. Я думал, это мои шаги, короче. Хера. Ладно, давай. Пано тут у нас. Погнали, похер. Погнали, будем бояться. Да что ты... What the fuck? Там педобир какой-то сидит. Так, ладно, давай пойдем по порядку. Света, как всегда, нигде нет. Так, включить свет нахер. О! Ничего, короче, он не берет. Вот эти штуки какие-то здесь лежат непонятные. Что-то проблемы там какие-то у него. Проблемы у него с головой, походу. Так, дверь закрыта. Ладно. Где я свет включил? В коридоре, что ли? Теперь-то дверь нет, не откроется. Окей. Так. Нет, такие картины я не стал дома держать, короче. Слишком они как-то... Там кто-то выглядывает, что ли? А, это кресло что-то стоит. Смотри, Мишка, Тедди. Свет я нахрен везде включаю. Блять. Я испугался смеха медведя. Так, окей. Давай-ка, сломано. И шкаф не может. Чё за мужик, да? Даже шкаф не может починить. Смотри, все разу сломано, все сломано. Бла-бла-бла. Что-то как-то мутно написано. Чё я там должен разглядеть? Твою мать, кто выключил свет, блин? Пробки выбило, что ли? Не работает. Спичка. Я не помню, чтоб я штаны одевал. Ну, может, он спал в штанах. Ну, что у нас? В трусах спички. Так, давай-ка. Пробки выбило, походу. Не сюда.
У нас пробки вот здесь в комнате. Все. Отлично. Чё за... Кто тут настроил херотени всякой? Завешенные окна. А, кстати, педобира мы взяли, да? Ну, отлично, ладно. Так, сейф. Сейф, я не помню пароль. Нормально, да? Чувак, короче, в своем же доме свой же сейф и не знает пароля. Как так? Вот как? Вот как так? Чел, ты меня удивляешь. Так, на улицу не выйти, да? Ладно. Какого хера делать? Слышал? Кто ко мне домой зашел? Нормально, я типа не могу выйти из дома, да? А кто-то, блин, зашел ко мне домой. Это нормально? Это как? Это, блин, как? Так, окей. Закрыта дверь. Это ничего не взять. Че, опять щитовой, что ли? Воу! Твою мать, а! Дебил. Какого хера? А, это был сон, да? Говна кусок. Че за рожа меня испугала? Что-то я не понял. Ну-ка, давай дальше. По новой. Меня убили или что? Я так не понял. Щипцы-то возьми в следующий раз, когда будет выскакивать эта харя, короче, просто ему щипцами по голове ты просто настучи. И все. В смысле? А вся игра, короче, будет здесь, да, находиться? Так. Что будет, если я выключу свет? Ничего, можно просто испугаться. Может просто обосраться. Так, в смысле? А чё? Ну, напугал нас чувак. А дальше чё? Непонятно. Так, а эта дверь у нас хер откроется. Дальше-то чё? Ничего не берет. Ну-ка, а здесь чё? Что за... херотень. Ну поспи, ляг, спи. Все спокойно дома, все. Это тебе приснился кошмар, чувак. Оу! Ты там? Че за... Какой-то пьяный сосед ко мне домой пришел. Перный театр, я не хочу туда заходить. Да включи нахер свет! Чё-то с этим местом не то, короче. Ну-ка. Ты это говно. Ну давай, подходи, подходи, эти свертухи-то как челюсть сейчас. Забацаю, так. Возьми ты эти щипцы, эти кусачки, отхерачь ему башку, я не знаю. Смысл игры-то я вообще не понимаю, чё? Я не помню, что это было здесь. Я этого не помню. Какого хера? В смысле, и чё, и всё? Эта херня нас вот типа напугала, короче, и всё. И снова мы не знаем, что делать. Ладно, давай для... Я выключу свет. Ну, пугай меня, пугай! Я отчаянный, я стою в темноте. Ну-ка, приди и напугай меня. Тварь ты. Оу! Я не боюсь тебя. Говна ты кусок. Не бить, нихера я не могу, короче. Могу поджечь стулья. Ну-ка, если вот так сделаю.
Смотри, я отчаянный. Я везде выключаю свет. И я не боюсь тебя. Я даже выключу здесь свет. Обратно включил. В смысле? А что делать-то, блин? Я не понимаю. Радио. Ну-ка, испугай меня еще. Я хочу еще. Это как наркотик. Я еще хочу. Ты где? Что мне сделать, чтобы ты меня напугал? Дверь закрыть. Давай закроем. Сигналка. Стопэ. Что здесь? Почему сигналка заработала? Да что такое громкое-то? Как тебя выключить-то, собака? Как вырубить это говно? Где кнопка? Где кнопка вырубления? Тварь. Вау! Чш, тихо! Возьми эти кусачки, ну, что не видишь, творится херотень. Опять вырубили пробки. Почему тогда дверь закрыта? А где ручка? Кто спер ручку? Стоп! Кто спер ручку? Мне кажется, или какие-то шорохи? Вот там что-то лежит, смотри. Ручка. Тут шуршит кто-то. Кто-то ползает дома. Опять сосед. Опять сосед. Все, отлично. Ну что, падла? Я починил снова свет. Я теперь тебя опять не боюсь. Я тебя опять не боюсь, дверь закрыта, как и была. Кто пришел? Где-то дверь, короче. Где-то дверь, короче, открылась. А, может, это открылась дверь, которая... Хера? Смотри, новая дверь. Ее не было. Здесь была стена. Воу! Твою мать. Чё как обезьяна-то, блин. Дебил. Дальше что? Да ты задрал, ты меня впустишь или будешь так? Сейчас опять. Нихера себе тут. Спуск в подвал. Мне все-таки кусачки надо было взять. Кусачки все-таки надо было взять. Че, начнет? Да начнется снова психодел, да? Эй. Кто сказал? Кто сказал эй? Тихо ты. У меня спичек много. Так что? Нихера себе дом. Какие-то трубы. А, давай побежали. Смотри, здесь какая-то хера. Потайной бункер. Нихера себе.
Знаете, если бы вот так вот в реале, короче, я бы просто, знаете, тупо в окно выпрыгнул дома и все. Это типа лифт. Shift run. Oh crap, he's coming. Актив... Три компьютера актив... активировать. Ну окей, давай. О! Твою мать, что там за крокозябра? Ой, ёп! Куда, куда, куда бежать? Где компьютеры? Мне нужно, короче, идти... А, тупик, блин! Тупик, твою мать! Мне нужно, короче, компьютер активировать. А где они нахер? Тупик! И здесь тупик! А где тупик? А где не тупик? А, кстати, меня потерял эта херня. Что? Что ты, блядь, такое? Окей. Ай, не работает. Погоди, стой. Стой, не так быстро, мать твою. Не так, пожалуйста, быстро. Компьютер, компьютер. Ход К. А чё, надо нажать и держать? Оу. У меня, короче, это просто... Так, вот здесь компьютер должен быть. Погоди ты, Камир, блин. Ту-ту-ту-ту. А-а-а! Тварь! Мать твою, свалил нахер от меня. Тупик, блин. Слышай. Это зло, это страшный эй, знаете? Так, три компьютера надо. А где еще? Покажи мне еще. Мать твою, ты смотри. Сбил. А, смотри, сохранилось, да? Окей, давай-ка еще раз. Я заблудился. Тупик. Нет здесь компьютеров. Что-то как-то забавно. Сначала было страшно, теперь забавно. Ладно, где компьютер? Компьютер! Компьютер! Икс! Пук-пук-пук-пук! Я успел нажать на компьютер. Я успел запустить компьютер. Погоди, два. Да, два есть. Окей, еще один. Вообще. Так. Этот компьютер мы уже запустили, да, окей. Чувак, блин. Чувак. Он бегает как это. Что с этим чуваком не так? Окей, ладно. А, смотри, П. Блин, мать твою, П. Тупик. Короче, направо и еще раз направо. Я понял, где находится. Направо. Еще раз направо. О! П. Окей, отлично. Чувак. Что-то как-то забавно началось. Окей, так. В смысле? А дверь открылась? Вот сюда. Пуньк. Мы снова в комнате. What the fuck? Что это сейчас было? Чувак, я тоже, если честно, я не понимаю, что это было. Так, не работает. А, свет, все, работает свет. Можно теперь везде свет повключать, короче. Окей. Так, а здесь у нас... Я тебя понял. Здесь у нас, короче... Можно теперь везде свет включить. Так, чё там? С этим мы ни черта сделать не можем, получается. И снова здрасте. И снова мы блуждаем по этой херотени, по этой комнате. Так, чё дальше? Ложись ты уже спать, а, чувак. Дощелкался. Ой. Ой. То есть...
Лампочки разбивает. Ты чё, типа... Ва-а-а, мать твою, ты где? Чё там передвинул? Не работает. Разбил, падал, лампочки. А что передвинулось? Что изменилось? Ладно, чувак. Снова. О, видал? Смотри. Я не понимаю, что он там хочет от меня. Ну, этот лом. А, цепочка. Я понял. Теперь можно взять. Теперь, наверное, сейчас мы цепочку отхерачим. Так, мы взяли лом? Я лом взял. Лом взял. Наверное, вот эту дверь. А, нет, не дверь. Надо вот эту тут херню, короче, разломать. Все отлично. Стул. Ключ. Ключ от двери. Отлично. Ключ от двери. Теперь можно открыть ту сраную дверь. Вот эту. В смысле? Я взял ключ. Или мне выход? А, ключ вот отсюда. Нет? Или ключ вот отсюда? Я ключ какой-то взял, слышь? Погоди. Я взял ключ. Для чего? У меня инвентаря-то нету, да? Что это? В смысле? А чего я взял ключ? Куда мне его применить? Здесь не работает тоже ничего. Странно. Странные вы какие-то люди. Ключ я взял. Опять свет вырубил. Да твою мать. Ты задрал. Сколько можно-то? Ой, цепи тут. Теперь появились. Опять ручку, наверное, стыбзил. Нет. А, вроде ничего не работает. Ой-ой-ой-ой, началось. В колхозе утро. Тоже ничего не работает. Мысли? Может дернуть за веревочку? Слышал, да? Чем это твои за звуки? Ночью сверлят. Да злой сосед, реально, какой-то злой сосед, короче, который сверлит по ночам. Нажрется, приходит, короче, тут пугает меня. Пробки мне тут выбивает, короче. Лампочки выкручивает. Мало того, что ему, видимо, в подъезде, короче, мало лампочек стало. Он стал, короче, просто пробираться ко мне. Ко мне в дом, короче, и скручивать лампочки у меня дома. И соседи даже поспать просто не дают. Человеку может завтра на работу. Вау!
В смысле голова? Там была моя голова. А что за комната? Взял какую-то записку, окей. А, да ладно, смотри, мы в комнате вот и появились. Это у нас... А. Понятно. Ладно, допустим. Допустим. Теперь с сейфом что-то, наверное... Комнату мы открыли, теперь нам надо что-то с сейфом делать, наверное. Окей. What the fuck? Я только что отсюда пришел, ни черта не было. Space Jump. О, смотри, мы прыгать научились. У нас этот прогрессирует. You're finally beginning to awake, aren't you? Блин, как я вот не люблю вот эти вот херотени, короче, в инди-проектах. Вот эти вот прыжки, всякая херня вот эта. Давай, я понял. Оп! Да! Твою мать, что ты не прыгаешь-то, ублюдок? Криво как-то ты научился прыгать, я скажу тебе. Так. Воу-воу-воу-воу, не дергайся, не дергайся. Не надо. Так, погоди. А там, смотри, еще туда можно куда-то идти. Не, а я пойду на свет. Inconsciousness. Я тебя не понимаю, чувак. Извиняй. Мой уровень английского хромает. Да и прыжки тоже хромают. В смысле, что, заново, что ли? Или нет? Так. Окей, так, погоди. Вот сюда, наверное. И потом вот сюда. А, пресс Е. Нажал я пресс Е. Ну-ка. Там. Опять этот инвалид. Там. 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 You don't get to decide when you wake up. That's my job. And you still have quite some ways to go. Что там, какая-то его работа? You think this was bad? Га-га-га. You have no idea what's coming. Давай. Меньше слов. Больше дела. And? Все, что ли? Я, короче, нихера не понял. Ну, может из текста из этого, может, что-то понятно. Вот. А что с этим сейфом делать, нихера не понятно было. Вот. Так что, может... Быть, кто английский знает и понял, что о чем. Если вы поняли, пишите в комментариях. Вот, я тоже. Мне тоже интересно. Так что так. Ну, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, плейлист с прохождением этой игры найдете под видео в описании. Вот. И с вами был Валерий. Всем пока.